Город Уральск, это перекресток, улица Московская, и вот тут два микрорайона, вот справа, куда камера сейчас смотрит, микрорайон Астана, а слева микрорайон Жаңа-Орда. Вот, немножко пройдусь, пока вот из тени не выйду, да, потому что дальше будет солнце. Светит камера, конечно, будет не тот вид. Снег. Хвойные деревья. Высажены под зиму, это хорошо. Он сохраняет еще эти свои. Скорее всего, летом, когда сокодвижение пойдет, то есть весной, они, скорее всего, приживутся. Высажены они вот этой осенью, потому что я их осенью не видел. Их нужно высаживать под зиму, тогда они приживутся. Но если высаживать весной, то хвойные деревья обычно умирают. Скорее всего, все сделано правильно. Ну, Уральск сам по себе такой зеленый город. Наверное, самый зеленый в Казахстане. Вот. Сейчас я выйду уже на свет и буду слепить. Да. Он меня ослепил свет. Я чуть не упал. Ну, можно вот так идти. Ну, везде груды снега, да? Можно пойти. В район автомата снимать, а против солнца, конечно, опуснее. Сделаем. Это микрорайон Жаңа-Орда, 25-й дом. Ну, это... Там вот труба дымит и солнце закрывает. Эффект света всякие эти. Эффект света, да, точно есть. Это, наверное, школа. Еще немножко пройдемся. Завершим эту. Вот вход в школу. Родители забирают детей. Да, что за время такое настало? Родители из школы забирают. Даже в первый класс ходили. Далеко бывало. Мимо собак, мимо всяких хулиганов. Сами. Здесь на этой тропке. Вон обзор такой. Да. Завершу видеоролик это.